Не хочет речка, чтобы мы заходили, да? Да, где-нибудь там. Судя, бензопилу уже не брали. Не на толстую, но бери под потоньше там подальше. Ты хоть на нафига, Саш? Ну смотри. Ну там такая ножовка, что может быть не факт, что он это еще пропилит. Ну все, тут сейчас будем руками перетаскивать все. Старая бобровая плотина, да. Сейчас будем тащить вот по, через нее будем лодки перетаскивать. Пойдем наверх. Ну вот так перебираемся через старую плотинку. Ага. Отлично. Поехали дальше. Вот такие трудности. Приходится перебираться везде, перетаскивать лодку, чтобы поймать пару рыбок. А может сегодня повезет и будет что-то крупное. Ну посмотрим. Но мы не ради этого. Хотя бы отдохнуть. А вот это новость. Вот это новость. Что будем делать? Я не знаю. В прошлый раз ее не было. А ты думаешь, там выше будет рыба? Ну, а слушай, ну нам самое страшное сейчас вот это вот, если мы сейчас перетащим лодки наверх, то я думаю, мы именно рыбалка-то вон там будет, вон с левой стороны. А вон, речка вон она, оттуда идет. Ну так, а как ты предлагаешь теперь, что нужно делать? Дернуть, наверное. Просто сейчас вылезем на эту бобровую хатку и вытащим лодки, конечно, правильно? Конечно. Все? Все. Верю старому индейцу, блин. Через плотину эту перелезли. Вот идем наверх. Плотина очень большая. Ну и хорошо. Бобер притопил, заводнил. Видно всплески рыбы, видно. Рыбка есть. Но нам надо еще выше. Индейца, все получается, я не могу так пройти, как он проходит. Но нам еще немного. Вот наше бревно, вон, вот там на открытом месте лежит. Осталось метров, наверное, 150 осталось. Мы можем по берегу протащить здесь лодки, смотри. Или смотри, или вот пойти, смотри, вот по этой херне. Еще немножко. Ну все, короче. Ну тут разливы хорошие, блядь. Да. Тут рыбалочка должна. Ну что, пробуем, все. А так что, делай, что хочешь. Я там дальше не был.
Хочешь, можешь проплыть. Я сейчас беру одну удочку, маленькую прикормку, бросаю и вперед. Я проеду вот до поворота. Ну давай, давай. Она бы на две садилась бы, я думаю. Все ляка. У тебя там же чулок просто висит, она за него тянет, видать. За чулок. А поменяй, я говорю, красненького поставь, свежего. Или поглубже она лучше клюет, я смотрю, и покрупнее, получше. Ой, ну совсем мелкая. Мелкая. Чего тут? Ну слушай, ну рыбки немножко побольше, чем обычно. Это не эстетично. Надежно и практично. Это точно. Слушай, да, клюет капитально тут. Все, понял. Ну, пожалуйста. Сюляка. Она там внизу вот именно. А, она везде, по-моему, да? Она, по-моему, везде. Да. Так грибни пару раз. Ну зря, такое место. Ну давай.
Плотвичка хорошая. Опа, смотри, 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 смотри. Опа, опа, опа. Опа, опачки. Ясь. Ясь? Да. Тихо, тихо, тихо. Ха-ха-ха. Вот это да. Ну не ясь, под язык. Но все равно приятненький. Тихо, тихо, тихо. Назад встать надо как-то. Вот это да, вообще не ожидал. Слушай, а это не голавли, а? Они похожи, наверное, они тут есть. О. А ну. Стой. Ну, хер его знает. Я не... Они похожи, действительно. Такой вот. Симпатюля. А? Салачка такая. Может сейчас выйти плотвичка, конечно. У тебя уже вышла, я смотрю. Слабины не давай. Ну, тут сейчас аншлаг будет, наверное, я уже понял. Что творит? Что творит? Ну что, достойное завершение рыбалки. Я думаю, весеннее. Только не говори, что плотва. Не говори, что плотва. Ну и у меня плотва. Можешь подойти. Ну вот и конец рыбалки. Рыбалочка удалась. Из крупного только изёк. Плотвички неплохие. Салака. Что тут еще есть такого? Ну больше не... А, густера еще попадалась. Густерки где они? Ну где-то они там есть, короче. А вот так. А вот густерка маленькая. Самая маленькая. Так что отдохнули. И остались довольны.